Привет, вы на канале Говно. Сегодня мы вновь погрузимся в мир DayZ и познакомимся с необычным сервером Стрелка. Если вы ищете уникальные приключения и напряженные PvP-моменты, но при этом с небольшой порцией интересных модов, то этот сервер точно для вас. Давайте же перейдем к нашему мини-обзору и в емкой форме узнаем, что делает Стрелка DayZ таким особенным. Поехали! Первое, что стоит отметить, это удобный патимот и мини-карта. Они делают игру более комфортной, позволяя профессиональным игрокам, а также и новичкам легко находить друг друга, имеется в виду друг друга, а также более уверенно ориентироваться на местность. Интересной и редкой деталью для PvP-сервера мне показались две безопасные зоны и два черных трейдера. Здесь можно отдохнуть и обменяться товарами, а также в рамках системы P2P-торговли обменяться предметами с другими игроками. Все это добавляет элементы живой экономики на карту. А для любителей прогрессии присутствует возможность немножко улучшить свою экипировку, в том числе собрав кастомное оружие. С новой системой строительства вы сможете создать свою собственную крепость или базу в любом приглянувшемся месте, и тут ваше воображение — это единственное ограничение. Raid Time в лучших традициях PvP осуществляется только с использованием C4 и только по выходным дням. Двигаемся дальше. Не могу не упомянуть и о расширенной рыбалке. В процессе ловли вы сможете не только поймать новую рыбу, но и насладиться атмосферой прекрасных водоемов Черноруси от третьего лица. Ведь именно на этой, проверенной временем карте, и именно от третьего лица и расположился герой этого видео. В целом, Стрелка DayZ, как по мне, это такой народный базисный сервер с уклоном в разнообразие оригинала. Здесь каждый найдет что-то на свой вкус. Любителей PvP ждет хороший баланс, сигнализация на базе и автоматические ивенты. Но для ценителей атмосферы большой выбор фурнитуры, оружия и одежды, а также всяких мелочей типа спального мешка, взлома автомобилей и ограбления банкомата. Хотя, наверное, банкоматы — это все-таки PvP аспект. Эти особенности делают этот сервер хорошим местом для любителей PvP ориентированной игры с небольшим количеством модификаций. Из минусов я бы выделил только небольшой донат. В остальном же, этот бурно развивающийся проект по наполнению вполне неплох и точно понравится многим. Кстати, совсем недавно у них был вайп, поэтому это лучшее время, чтобы начать. Тем более, что я вам тут еще и бонус один приготовил. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь своими впечатлениями. С вами был господин Деми, до встречи и удачи в игре.